Знакомьтесь, Алекс Норта, блокчейн-ученый, исследователь и советник по разработке архитектурных блокчейн-решений проекта Кеша. Алекс Норта – доцент факультета информатики Таллиннского технологического университета. Ранее был ученым-сотрудником группы программирования в сфере безопасности университета Оулу, после того, как был докторантом в университете Хельсинки, Финляндия. В 2007 году Алекс получил степень доктора философии в технологическом университете Эйндховена. Его докторская диссертация была частично профинансирована проектом CrossWork, в котором он сосредоточился на разработке концепции e-sourcing для динамичного взаимодействия между организационными бизнес-процессами. Его исследовательские интересы включают взаимодействие бизнес-процессов, управление рабочими процессами, транзакции электронного бизнеса, сервис-ориентированные вычисления, программные архитектуры и разработки программного обеспечения, а также онтологии, мэшапы и социальное цифровое поле. Сегодня он также является руководителем исследовательских подразделений Quantum Foundation, а также советником многочисленных стартапов. Например, советник по разработке архитектурных блокчейн-решений проекта Кеша.